Итак, друзья, всем очередной привет. Не прошло и недели, опять мы приехали на наше любимое красивое место, которое называется Завьялово. Сегодня также будем рыбачить на поставки, попробуем поймать судачков. Ну а что с этого получится, я думаю, вы увидите в этом видео. Ну и, друзья, вот как обычно, не стал снимать, как мы ставили поставки, там ничего сложного, просто скатались на лодке, поставили несколько там поставков на живца. Сейчас у нас где-то часа два перерыв, потом поедем проверять, надеюсь, что я что-то сниму, если у нас что-то попадется мне. Итак, друзья, выставили мы поставки, прошло сколько, наверное, часа три, сейчас поедем проверять. Сходил опять на наше озеро, наловил живца, если где-то какой-то там пострадал, придется заменять. Так что рыбачим дальше. Для тех, кто не знает, поставок — это обычный кусок пенопласта, к нему привязана толстая леска, два крючка и груз. Ловим на живца. Сейчас будем проверять. В надежде на судака. Оп. Нижний пустой. Вот такие вот живцы. Малек. Так вот его просто на крючочек. Оба-на. И отправляем в воду. Ну, сегодня хоть не такая волна, вчера вообще ужас было, когда ставили. Пусто. Видно, ночь простояли. Опа, вот и первый улов. Такой вот окунек. Так, второй что? Второй пустой крючок. Ну вот, уже окунь есть. Такой неплохой, кстати. Нет, вот еще окунек попался. Куда вот его покажи? Вот он. Блин, хотелось судаков, а ловится пока окунь. Тяжеловато идет. Опа. А вот и судачок попался. Ну и вот, проверили утром поставочки. И какая же рыбалка без рыбы. Сегодня мы решили готовить не уху, а жарим в муке. Сейчас у нас где-то часа два перерыв, потом поедем проверять. Надеюсь, что я что-то сниму, если у нас что-то попадется мне. Надеемся опять же на судака. Прошло несколько часов, как мы поставили поставки, поехали мы проверять. В этот раз нам вообще ничего не попалось, и оставили мы поставки на ночь. Вчера жарили рыбу,
сегодня приготовили такой по-быстрому шулемчик на утро. Чаек. Ну, так вот у нас спортивный беспорядок. Ну и пока я готовил завтрак, парни поехали проверять и снимать уже поставки без меня. Ну и вот наш сегодняшний утренний улов на поставочке. Мы же собираемся домой, вот парочка вот таких вот красавцев нам попалась. Ну а там ведря, окуньки. Немного поменялась погода, как вы видите, на небе уже тучки. Пошел небольшой дождь, но на сегодня уже грозы передают, порывистый ветер. Так, то наше рыболовное приключение на этом заканчивается. Поедем мы домой. Всем пока-пока.